По данным Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, солнечногорские котельные готовы к началу отопительного сезона на 100%. Все 47 котельных района отремонтированы. Запланированные профилактические работы выполнены. Отремонтированы более 200 километров сетей тепловых. Произведена замена ветхих тепловых сетей, замена водопроводных труб, линии электропередач. Средства на проведенные работы выделены из разных источников финансирования. Это, конечно, и средства, которые мы собираем жителей. Это и средства и по найму, и по капитальному ремонту. Это средства, заложенные в местном бюджете. Вот. А также это средства, которые, так сказать, выделялись областным правительством. Сроки начала отопительного сезона зависят от погоды. Тепло в квартиры жителей района будет пущено, когда среднесуточная температура 8 градусов будет держаться в течение 5 дней.